28 мая 2019 года. Друзья, мы с вами много можем удивляться остроумию наших депутатов. Мы можем говорить, что это деменция мозга, мы можем говорить, что они нанюхались кокаина, им там по полтонны, говорят, этого кокаина возят. Как вы знаете, и Латинская Америка, наши самолеты с номером один, это все задействовано в этот самый кокаин, который из Латинской Америки перевозится в Россию. А для чего? Конечно, для того, чтобы распространять среди чиновников, особенно, говорят, депутаты Государственной Думы, наши актеры все это любят, это огромные деньги, кто-то на этом зарабатывает. Но нас это вроде бы не касается, и мы не должны об этом даже знать. Но не нужно нам этого. Однако, это нас касается, когда вот такие курьезы выливаются изо рта и из-под пера этих самых депутатов. Итак, депутат предложил. И в заключение хотел бы обратиться к теме пчел. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Два законопроекта от оппозиционных партий были отклонены Минсельхозом. Надеюсь, законодательный процесс в этой области все-таки будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда. Это позволит получить больше полезной и вкусной продукции. Спасибо за внимание. Госдуме Российской Федерации регламентировать полеты пчел. Да, вы не ослышались. Именно полеты пчел нужно регламентировать. Но не по правилам они летают, пчелки ваши. Давайте я вам прочитаю коротко. Я думаю, что мы с вами просто посмеемся. Итак, это было не сейчас, это было вот полтора года назад. Москва, 14 сентября. Депутат Вадим Белоусов считает, что в России пчелы летают не по закону. Депутат Владимир Белоусов обратился к парламентариям со специальным обращением. Он отметил, что насекомые в России летают без закона, регламентирующего их деятельность. Белоусов подчеркнул, что необходимо принять закон, касающийся полетов насекомых. Это принесет несомненную пользу не только пчелам, но и гражданам, занимающимся производством меда, считает народный избранник. Это шутка у вас? Нет, вы всерьез предлагаете регламентировать полеты пчел. Нет, по поводу полета пчел регламентировать вы предлагаете? Нет, ну если вы его избрали, так что же вы хотите, друзья? Он и выдает вам? А? Нет, это разный вопрос. Пчеловоды пока не летают. Поэтому надо разделить и отделить пчел от пчеловодов. Поэтому, коллеги, не создавайте повестки, а то Геннадий Андреевич уже смотрит таким образом, что надо выступить. Вот, вы ориентируйтесь на профессионалов. Каким именно образом пчелы поймут закон о полетах и какая от документа будет польза, депутат не пояснил. В состав парламента Белоусов попал по партийным спискам от Кировской области, пишет агентство Юра.ру. Ну что же, друзья, все правильно? Кого выбрали, кого выбирали, за кого голосовали, тот вам и выдает перлы народного юмора. Заключительное слово министру сельского хозяйства. Пожалуйста, Александр Николаевич. С завтрашнего дня начнем с закона о пчелах. Вот видите? Коллеги, вы задачи думаете, поняли, легче заниматься вопросами регламентации полета пчелы, чем проблемами ценовой политикой. Понимаете? Ну, я не думаю, чтобы так серьезно можно было говорить. Здесь, конечно, приводится в этом издании, что это серьезная речь депутата Белоусова. Ну что же, кировчане, спросите со своего депутата. Может быть, действительно что-то не так. Может быть, он разгружал самолет с пачками того самого вещества, белого порошка, о котором был скандальный эпизод. И нашим дипломатам пришлось отплевываться, и Марии Захаровой тоже от этих эпизодов с самолетами и с каким-то непонятным грузом. Самое главное, ведь мы это терпим. Самое главное, что мы смеемся,
Мы говорим «деменция мозга» у наших депутатов, чиновников, но мы это терпим. Мы не понимаем, что они находятся над нами с вами, что они пишут нам законы и заставляют вас выполнять законы. Если же вы не выполняете законы, то у вас то ли отбирают детей, то ли вашим детям колют непонятное какого количества эти прививки, то ли у вас продукты пластиковые и с химией, но и судебные приставы и все остальное прочее. Вот это все, это та жизнь, которую выдумывают вам те самые депутаты, у которых деменция мозга и пчел, нужно регламентировать полеты их и ставить их под закон. Но если они не умеют действовать по закону, те самые пчелы, и не летают по нужной траектории полета, то в тюрьму. Штрафовать будем пчел. Но как же еще иначе? Галопирующая шизофрения живет и в Госдуме, и среди чиновников. Но народ-то все это слушает, внемлет всему. И муму. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.